Здравствуйте, дорогие мои друзья! У нас с вами сегодня будет ритуал очень мощный. Лунная чистка. Вы видите, у меня уже все готово к ритуалу. Сейчас мы будем его проводить. Смотреть этот ритуал можно перед новолунием, в новолуние и после, то есть 3 дня. И также на полнолуние. За день, во время полнолуния и день позже. 3 дня вы смотрите этот ритуал. Но даже если вы увидели этот ритуал чуть позже или чуть раньше, значит, именно сейчас вам нужно его смотреть. Потому что чистки делаются на самом деле на любую луну. И это абсолютно когда говорят, что чистится только на убывающую. На самом деле, если вы запачкали платье или еще что-то, вы же не ждете, когда будет убывающая луна. Вы сразу же постираете свое платье. Поэтому здесь мы смотрим чистки. И сейчас очень-очень удачное время. Садитесь поудобней. Поставьте перед собой стакан воды питьевой, который вы позже выпьете. И возьмите в руки одно яйцо. Когда будет проходить ритуал, одно яйцо катайте в руках. Катайте в руках, вы выкатываете весь негатив и порчу. Позже, после ритуала, вы это яйцо разбиваете в унитаз и смываете водой. И говорите, откуда пришло, туда ушло. А шкарлупу выкидываете в мусор. Как воск топит этот огонь, так дом мой, моих друзей, подписчиков защищен. Так на семье моей, моих друзей, подписчиков защита стоит большая, сильная. Стоит самая сильная защита ангелов и архангелов. Так бы огонь выжигал злые глаза завистников, злые языки сплетников, страшной, изнурительной болью им в лоб отправлял. Как огонь сжигает дотла и чистит пространство, так и с моей семьей. С моей семьей и семьей моими друзьями, подписчиками будет все хорошо. Злые помыслы воск запираю, воду выливаю, пламени сжигаю. Черноту и преграды семьи моей, с моих друзей и подписчиков убираю, врагов уничтожаю. Семью мою, моих друзей и подписчиков оберегаю, верный путь открываю. Заговариваю своих домочадцев, домочадцев моих родных, близких, а также моих подписчиков, моих друзей. Сейчас перечислите все имена своих родных и близких, а также произнесите имя свое. От колдунов и колдуний, ведунов и ведуний, от белого кречета и черного каракуна, ворона, старицы и старца, от девки белошвейки, от бабки старицы, защищаю от навета недоброго злого сглаза и порчи. Назовите сейчас все причины, по которым вы хотите почиститься, что бы вы хотели убрать из своей жизни. И напишите в комментариях то, от чего вы избавляетесь. Например, я избавляюсь от одиночества, безденежья, болезней и так далее. А ненавистников и злопыхателей, сплетников и карателей на погост отправляю, негатив весь на них отправляю, да голову дурную разворачиваю, поворачиваю, заморачиваю, чтобы домочадцев моих, моих друзей, подписчиков. Перечислите сейчас имена своих родных и близких. Некому было околдовать, изурочить и испортить ни заклятием, ни наговором, ни колом, ни делом, ни свечой, ни ночью, ни днем, ни в один день, да и не во весь всю вечность. Слово мое крепко, дело мое лепко, как сказала, так и стало. Быть тому исполнено, заклято. Лунный свет небесный, свет божественный, исполни заветное желание мое, моих друзей, подписчиков. Почисть нас с ног до головы, с головы до ног, от одной руки до другой руки, от живота до сердца, от сердца до поджелудка. Почисти нас лунным светом, светлым светом, и исполни наше заветное желание.
Луна, царица, ты серебришься, золотишься, растешь и прирастаешь. К силе твоей взываю, на могущество твое уповаю. Так напои светом своим желание мое, моих друзей, подписчиков, создать и укрепить семью, чтобы желание росло и крепло с каждым днем. Мысль форму приобрела и материализовалась в кратчайший срок. Как луна убывает, так и весь негатив исчезает. Как луна растет и прирастает, так и желание мое, моих друзей, подписчиков, исполняет. Лунный свет воду пьет, час от часу сила растет, крепнет, силы набирает. Желание мое, моих друзей, подписчиков, исполняет. Семью крепкую создает и счастьем семейный очаг наполняет. Деньги прибавляет, любовь и счастье навеки вечные пребывают. Ангелы наши, взываю к вам, укажите пути достижения замыслов наших. Святой Рафаэль, святой Михаэль, святой Габриэль, силу вашу неисчерпаемую в помощь нам пошлите. Загаданное, нашептанное, задуманное, сказанное, несказанное, в мыслях зарожденное воплотите. Ибо сегодня луна растет, прирастает, желание наше исполняет, никому в том не мешает, никому против вас не устраняет, ни черту, ни колдуну, ни ведуну, ни шептуну, ни чародею, ни ворожею, ни чаровнице, ни бабке, ни детке, ни знахарю, ни целителю, никаким другим мастерам магических сил. Кладу к тому мысли светлые, да слово тайное, да Божий завет. Ключ в устах, замок в небесах. Аминь, аминь, аминь. Чаша полная света и добра. Как вода в чаше сияет желание моих друзей, подписчиков и мое исполняет. Исполняйте желания мои, моих друзей, подписчиков. Свет к свету, удача к нам, желание в стакан. Желание в воде, вода во мне. Беды прочь, слово истину говорю. Отпейте 3 глотка со своего стакана. Катайте яйцо в ладонях и слушайте меня внимательно. Яйцо в ладонях катаю, весь негатив яйцо запираю, все крадники, стяги, копиры, перетяги. Все наведенное, порченное с меня, с моих друзей, подписчиков слезает, в яйцо порчу сливает. Кручу яйцо, верчу, всю порчу исключу. Аминь. Напишите в комментариях следующие слова. Кручу яйцо, верчу, всю порчу исключу. Аминь. Как воск топит этот огонь, так дом мой, моих друзей, подписчиков защищен. Так на семье моей, моих друзей, подписчиков защита стоит большая, сильная. Стоит самая сильная защита ангелов и архангелов. Так бы огонь выжигал злые глаза завистников, злые языки сплетников, страшной изнурительной болью им в лоб отправлял. Как огонь сжигает дотла и чистит пространство, так и с моей семьей, с моей семьей и семьей моими друзьями, подписчиками будет все хорошо. Злые помыслы воск запираю, воду выливаю, пламени сжигаю. Черноту и преграды семьи моей, с моих друзей, подписчиков убираю, врагов уничтожаю. Семью мою, моих друзей, подписчиков оберегаю, верный путь открываю. Заговариваю своих домочадцев, домочадцев моих родных, близких, а также моих подписчиков, моих друзей. Сейчас перечислите все имена своих родных и близких, а также произнесите имя свое. От колдунов и колдуней, ведунов и ведуней, от белого кречета и черного каракуна, ворона, старицы и старца, от девки белошвейки, от бабки старицы, защищаю от навета недоброго злого сглаза и порчи.
Назовите сейчас все причины, по которым вы хотите почиститься, что бы вы хотели убрать из своей жизни. И напишите в комментариях то, от чего вы избавляетесь. Например, я избавляюсь от одиночества, безденежья, болезней и так далее. А ненавистников и злопыхателей, сплетников и карателей на погост отправляю, негатив весь на них отправляю, да голову дурную разворачиваю, поворачиваю, заморачиваю, чтобы домочадцев моих друзей-подписчиков. Перечислите сейчас имена своих родных и близких. Некому было околдовать, изурочить и испортить ни заклятием, ни наговором, ни голом, ни делом, ни свечой, ни ночью, ни днем, ни в один день, да и не во весь всю вечность. Слово мое крепко, дело мое лепко, как сказала, так и стало. Быть тому исполнено заклято. Лунный свет небесный, свет божественный, исполни заветное желание мое, моих друзей, подписчиков. Почисть нас с ног до головы, с головы до ног, от одной руки до другой руки, от живота до сердца, от сердца до поджелудка. Почисти нас лунным светом, светлым светом, и исполни наше заветное желание. Луна, царица, ты серебришься, золотишься, растешь и прирастаешь. К силе твоей взываю, на могущество твое уповаю. Так напои светом своим желание мое, моих друзей, подписчиков, создать и укрепить семью, чтобы желание росло и крепло с каждым днем. Мысль форму приобрела и материализовалась в кратчайший срок. Как луна убывает, так и весь негатив исчезает. Как луна растет и прирастает, так и желание мое, моих друзей-подписчиков, исполняет. Лунный свет в воду пьет, час от часу сила растет, крепнет, силы набирает. Желание мое, моих друзей-подписчиков, исполняет. Семью крепкую создает и счастьем семейный очаг наполняет. Деньги прибавляет, любовь и счастье навеки вечные пребывает. Ангелы наши, взываю к вам, укажите пути достижения замыслов наших. Святой Рафаэль, Святой Михаэль, Святой Габриэль, силу вашу неисчерпаемую в помощь нам пошлите. Загаданное, нашептанное, задуманное, сказанное и несказанное, в мыслях зарожденное воплотите. Ибо сегодня луна растет, прирастает, желание наше исполняет, никому в том не мешает. Никому против вас не устраняет, ни черту, ни колдуну, ни ведуну, ни шептуну, ни чародею, ни ворожею, ни чаровнице, ни бабке, ни детке, ни знахарю, ни целителю, никаким другим мастерам магических сил. Кладу к тому мысли светлые, да слово тайное, да Божий завет, ключ в устах, замок в небесах. Аминь, аминь, аминь. Чаша полная света и добра. Как вода в чаше сияет, желание моих друзей, подписчиков и мое исполняет. Исполняйте желания мои, моих друзей, подписчиков. Свет к свету, удача к нам, желание в стакан, желание в воде, вода во мне. Беды прочь, слово истину говорю. Отпейте 3 глотка со своего стакана. Катайте яйцо в ладонях и слушайте меня внимательно. Яйцо в ладонях катаю, весь негатив яйцо запираю, все кратники, стяги, копиры, перетяги. Все наведенное, порченное с меня, с моих друзей-подписчиков слезает. В яйцо порчу сливает, кручу яйцо, верчу, всю порчу исключу. Аминь. Напишите в комментариях следующие слова. Кручу яйцо, верчу, всю порчу исключу. Аминь. К
Как воск топит этот огонь, так дом мой, моих друзей, подписчиков защищен. Так на семье моей, моих друзей, подписчиков защита стоит большая, сильная. Стоит самая сильная защита ангелов и архангелов. Так бы огонь выжигал злые глаза завистников, злые языки сплетников, страшной изнурительной болью им в лоб отправлял. Как огонь сжигает дотла и чистит пространство, так и с моей семьей, с моей семьей и семьей моими друзьями, подписчиками будет все хорошо. Злые помыслы воск запираю, воду выливаю, пламени сжигаю. Черноту и преграды семьи моей, с моих друзей и подписчиков убираю, врагов уничтожаю. Семью мою, моих друзей и подписчиков уберегаю, верный путь открываю. Заговариваю своих домочадцев, домочадцев моих родных, близких, а также моих подписчиков, моих друзей. Сейчас перечислите все имена своих родных и близких, а также произнесите имя свое. От колдунов и колдуний, ведунов и ведуний, от белого кречета и черного каракуна, ворона, старицы и старца, от девки белошвейки, от бабки старицы, защищаю от навета недоброго злого сглаза и порчи. Назовите сейчас все причины, по которым вы хотите почиститься, что бы вы хотели убрать из своей жизни. И напишите в комментариях то, от чего вы избавляетесь. Например, я избавляюсь от одиночества, безденежья, болезней и так далее. А ненавистников и злопыхателей, сплетников и карателей на погост отправляю, негатив весь на них отправляю, да голову дурную разворачиваю, поворачиваю, заморачиваю, чтобы домочадцев моих, моих друзей, подписчиков, перечислите сейчас имена своих родных и близких. Некому было околдовать, изурочить и испортить ни заклятием, ни наговором, ни колом, ни делом, ни свечой, ни ночью, ни днем, ни в один день, да ни во весь всю вечность. Слово мое крепко, дело мое лепко, как сказала, так и стало. Быть тому исполнено, заклято. Лунный свет небесный, свет божественный, исполни заветное желание мое, моих друзей, подписчиков. Почисть нас с ног до головы, с головы до ног, от одной руки до другой руки, от живота до сердца, от сердца до поджелудка. Почисти нас лунным светом, светлым светом, и исполни наше заветное желание. Луна, царица, ты серебришься, золотишься, растешь и прирастаешь, к силе твоей взываю, на могущество твое уповаю, так напои светом своим желание мое, моих друзей, подписчиков, создать и укрепить семью, чтобы желание росло и крепло с каждым днем. Мысль форму приобрела и материализовалась в кратчайший срок. Как луна убывает, так и весь негатив исчезает. Как луна растет и прирастает, так и желание мое, моих друзей, подписчиков, исполняет. Лунный свет воду пьет, час от часу сила растет, крепнет, силу набирает, желание мое, моих друзей, подписчиков, исполняет. Семью крепкую создает и счастьем семейный очаг наполняет, деньги прибавляет, любовь и счастье навеки вечные пребывает. Ангелы наши, взываю к вам, укажите пути достижения замыслов наших. Святой Рафаэль, Святой Михаэль, Святой Габриэль, силу вашу неисчерпаемую помощь нам пошлите. Загаданное, нашептанное, задуманное, сказанное и несказанное, в мыслях зарожденное воплотите. Ибо сегодня луна растет, прирастает, желание наше исполняет, никому в том не мешает.
никому против вас не устраняет ни черту, ни колдуну, ни ведуну, ни шептуну, ни чародею, ни ворожею, ни чаровнице, ни бабке, ни детке, ни знахарю, ни целителю, никаким другим мастерам магических сил. Кладу к тому мысли светлые, да слово тайное, да Божий завет, ключ в устах, замок в небесах. Аминь, аминь, аминь. Чаша полная света и добра, как вода в чаше сияет желание моих друзей, подписчиков, и мое исполняет. Исполняйте желания мои, моих друзей, подписчиков. Свет к свету, удача к нам, желание в стакан, желание в воде, вода во мне, беды прочь, слово истину говорю. Отпейте 3 глотка со своего стакана. Катайте яйцо в ладонях и слушайте меня внимательно. Яйцо в ладонях катаю, весь негатив в яйцо запираю, все крадники, стяги, копиры, перетяги. Все наведенное, порченное с меня, с моих друзей, подписчиков слезает, в яйцо порчу сливает. Кручу яйцо, верчу, всю порчу исключу. Аминь. Напишите в комментариях следующие слова. Кручу яйцо, верчу, всю порчу исключу. Аминь. Ну что ж, дорогие мои друзья, у нас очень хорошо прошел сегодня ритуал. Вы видели, присутствовали молодильные яблоки. Это символ обновления. А огнем мы сжигали негатив. Конечно же, ритуал оплачиваемый. И лучшие донаты за этот ритуал 3, 6 и 9. Можно заплатить 333 рубля, 666, 999. Кто-то заплатит 963 рубля. То есть в любом сочетании вы можете использовать эти 3 цифры. И когда вы переведете оплату, обязательно вернитесь к этому видео и напишите: оплачено сполна. И именно ту сумму, которую вы перечислили. Считайте, что ритуал завершен. Итак, дорогие мои друзья, эту водичку вы выпейте сразу же после ритуала, только не залпом. Садитесь и пейте медленными глоточками. Вы знаете насчет яйца, я вам уже сказала, вы берете его, разбиваете и в унитаз со словами «откуда пришло, туда ушло», и шкарлупку выкидываете просто в мусорку. Считайте, что дело сделано. 3 дня подряд смотреть это видео на любую луну, но лучше всего, конечно, перед новолунием, в новолуние и после новолуния. И также перед полнолунием, в день полнолуния и после полнолуния. Всех вас люблю, всем мира, добра и счастья. А главное, верьте в свою мечту, потому что мечты сбываются, ваша сбудется обязательно. Всем пока-пока!